Его нашли в этом доме мертвым. Как рассказывали, на лице этого мужчины был застывший ужас. Dark Ghost. Всем привет! Сейчас я нахожусь возле дома, в котором жила ведьма. После нее здесь жил одинокий пожилой мужчина. Его нашли в этом доме мертвым. Как рассказывали, на лице этого мужчины был застывший ужас. Что он видел, никто не знает. Но известно еще то, что здесь, в этой деревне заброшенной, находится кладбище. Это необычное кладбище, друзья. На этом кладбище хоронили и те, которые занимались какой-либо магией, черной или белой. Также мне рассказали то, что после смерти этого мужчины здесь в окне видели свет. После того, как зашли в этот дом, никого там не обнаружили. Дома никого не было. Выйдя на улицу, пройдя где-то 5 метров, услышали грохот, повернулись, и свет снова загорелся. Хотя здесь вся проводка отсоединена, как бы источника света там никакого нет. И в доме никого нет. Чтобы там спрятаться, ну это просто невозможно, друзья. Сейчас я вам покажу то, что там находится внутри, и насколько этот дом маленький. Очевидцы, проходя мимо этого дома, они слышали часто странные звуки скрипов и мольбы о помощи. И насколько я знаю, что ту колдунью, которая жила в этом доме, ее похоронили именно на этом кладбище, которое находится где-то в этом лесу. Попытаюсь поискать, где находится это кладбище, но я буду делать, скорее всего, это днем. А сегодня я проведу сеанс ЭГФ и посмотрим, друзья, есть ли здесь что-то паранормальное. Я уже здесь разместился, поставил ЭГФ. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Возможно, это что-то просто упало. А, ну да. Там, друзья, небольшая мышка на печке. Если здесь кто-нибудь есть из мира мертвых, дайте мне знак. Я думаю, что нужно применять свисток смерти, потому что сколько сейчас я здесь нахожусь, абсолютно никакой активности, паранормальной активности я не наблюдаю.
провел я сейчас ритуал, применял свисток смерти. Не знаю, получится что-нибудь или нет из-за этого, но без него я здесь не наблюдал никакой паранормальной активности. Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Так, электромагнитник сработал. Кто вы? Кто вы? Кажется, началось, друзья. Кто вы? Кто вы? Ты здесь раньше жила? Да. Почему ты не покидаешь этот дом? Я здесь живу. Где ты похоронена? Дай мне знак, если ты здесь.
Грохот по всему дому. Где-то здесь. Так, друзья, сейчас я возьму ночную камеру и посмотрю, что там.
моя кошка. Кошка? Что это такое? Что это, туман или дым? Не знаю, видно? Или это у меня уже в глазах? Не понимаю. Я задавал вопрос, где ты похоронена? Где ты похоронена? Зайди в лес. Там найдешь меня. Но там темно, как я тебя найду? Что это? Что у меня есть? То, что тебя пугает. Что у меня есть такое, что тебя может напугать? Предмет. Какой именно предмет? Ее друзья пугает какой-то предмет, который есть у меня. И поэтому она хочет, чтобы я ушел с этого дома. Вот только какой предмет, я не могу понять. Возможно, это свисток. Свисток смерти. Либо что-то другое. Скажи, что это за предмет? Ну, я не знаю, я никаких не ношу амулетов. Какой может быть у меня предмет, который ее может пугать? На мне только вот крест. Может быть, крест? Хотя, я думаю, навряд ли. Тебя пугает крест?
все. Ладно, друзья, похоже, я понял, что ее пугает. Похоже, я понял, что ее пугает. Сейчас я соберу вещи, выйду на улицу и буду искать это кладбище. Обдумал все. Думаю, сегодня я не пойду в лес, потому что темно. И, во-вторых, вот я сейчас менял аккумуляторы в камерах. У меня уже последние аккумуляторы. Пока я ищу, я боюсь, что разрядятся все фонарики и все камеры. Поэтому я, скорее всего, приеду сюда днем и попытаюсь найти то кладбище. Ты можешь мне как-нибудь показаться? Разбей зеркало. Разбить зеркало. Не знаю, друзья, что делать. Либо реально взять, разбить зеркало. Какая-то сумасшедшая бабочка прямо мне в лицо. Нагрев затих. Я, похоже, друзья, разбив вот это зеркало, я выпустил его. Не знаю. Чувствую, я совершил большую ошибку. На улице крик. Сейчас выйду на улицу. Сегодня я поеду уже домой. В следующий раз поищу кладбище. Буду искать его днем. Потому что ночью здесь, ну,
просто нереально его найти будет в лесу. И так как у меня уже фонарь разряжается и камера, поэтому смысла мне здесь находиться нет. Не знаю, насколько будет интересно это видео. Если вы хотите, чтобы я сюда снова приехал и поискал кладбище, поставьте лайк и напишите комментарий. Это очень важно.